Книги мудрее времени. Они оставляют в себе время, которое ушло. В них мы находим опавшие листья, которые никогда не истлеют, свежие цветы, которые никогда не увянут, любовь, которая никогда не закончится. Как много можно познать из книг, многому научиться, многое понять и найти ответы на вопросы. Цените книги, берегите книги, читайте книги, и вы станете обладателем несметных богатств. Сегодня в рубрике «Буксимпатия» мы рекомендуем книги, понравившиеся нашим читателям. Наталья Павлищева – писательница, которая в своих произведениях обращается к малоизученным сюжетам мировой истории. Большую часть книг она посвящает жизни легендарных женщин, личностей, которые оставили свой след в истории, культуре, искусстве. Всего Наталья Павлищева написала около 50 книг. В серии «Женский исторический бестселлер» вашему вниманию мы предлагаем книгу «Королева Виктория. Женщина. Эпоха». Живой символ британской монархии, правившая 64 года, легендарная королева Виктория. Мы знаем ее по поздним портретам, как тучную пожилую женщину с усталыми глазами и одутловатым лицом, чопорную, холодную, давшую имя целой исторической эпохе. Но ведь и она была когда-то молодой и страстной, и за маской королевской невозмутимости скрывалась сильная натура и удивительная судьба.